Открыть параметры звука, динамики, Yeti, устройство ввода, Yeti, устройство вывода. Вообще устройство ввода и вывода должны быть одинаковые. Привет, ребят, сейчас на все отвечу. А, эхо сильное. Так потому что я в это... Я переехал в каморку. Я теперь живу в крохотной каморке. Вот такой вот, видите. Вот это Лёва сегодня сделал поделку такую. Месяц. Вот здесь стоит компьютер. Вот здесь дверь. Все. Это мое пространство жизненное. Видите? Вы думаете, почему Гитлер-то напал на Россию? Ему нужно было жизненное пространство. Сидел он в такой каморке, сидел, грустил, рисовал свои картинки. А потом говорит, нападу-ка я на Россию. Нужно мне жизненное пространство. Так, усиление микрофона. Да, я могу убрать усиление. И могу... Тут сзади есть кнопочка какая-то. Я могу ее попереключать, что ли. Вот. Сильно эхо, один динамик не работает. Блин. Ну это обидно будет, если один динамик не работает. Так. Вот смотрите. Тут есть такая пупырышка. Вот такая пупырышка. Я вот так могу переключить. Так оно получше стало. Провода потрогал. Да, я похудел. Короче, я поставил рекорд. Я сейчас снова набрал до 69. А во время всех этих перетурбаций у меня вес спустился до 66,5. Я весил как топ-модель размера плюс, или как они там называются. Так, вот, да, компе в разъеме, пошевели микро. Пошевелил. Только левое ухо, да? А как может быть такое, что только левое ухо? Я не хочу новый микрофон покупать. Вот только из левого динамика идет. Только из левого динамика. Нет. Только из левого динамика. Так. У тебя микрофон слева. Не, ну я могу микрофон перед собой поставить. Я могу вот так говорить. Вот так говорить. Вот так говорить. Как вообще? Ничего не меняется, да? Но как вообще может быть только в левом, все равно слева? Это как у Рамштайна, а у меня звук идет слева. Помните их клип знаменитый? Тот, посвященный слева сломанным наушникам. Линкс называется. Так. Ладно. Если микрофон другой разъем. Так он же USB. Че тут его в другой разъем? Ну давайте в другой разъем попробуем, в конце концов. В другой разъем. Так. Микс с мономикрофона. Копировать слева направо. Копировать справа налево, среднее слева и справа. Давайте вот так вот сделаем. А вот так вот, смотрите, микс с мономикрофона. Сейчас нормально? Вы уверены, что у вас с ушами у всех что-то может быть не так? Может быть, это первый признак
начавшегося зомби-апокалипсиса, а начинается с того, что глохнешь на правое ухо, а потом кусаешь родных, а через 3 дня ты уже среди толпы таких же, как ты, штурмуешь супермаркет, где спрятались выжившие. Может такое быть? Так, все было нормально, да? Ладно. Проблема аппаратная. Ну, то, что в ванной, да, но тут я в таком помещении, которое размером как раз-таки с маленькую ванну, поэтому эхо будет. Вот то, что звук только слева. Так, погодите. Погодите, ладно. Давайте вот так переключу. А если вот так переключить, как оно? Вот так нормально? А, раньше все было хорошо. Только лево. Сейчас звук на одну колонку. Ну давайте я, короче, программно смиксирую. Ну, короче, я что-то сделал сейчас. И все должно быть приемлемо. Вот, в два уха, да? Сейчас пошло. Поток-то идет. Идет поток. Работает два, не трожь. Все хорошо. Пусть. Ладно, давайте пока так будет, потом я попробую разобраться с этим всем, потому что сейчас я пока не знаю, в чем может быть проблема. Не понимаю. Не понимаю. Не понимаю. Ладно, слушайте, рад очень вас всех видеть. Так непривычно. Я уже как-то привык не это. Я, в общем, решал мамины проблемы очень, вообще по семье заморачивался, очень много было всяких вопросов, и маму перевозил в ее родной город, и это было вообще, ну, очень непросто, потому что у нее 4 кошки, и на самом деле на российских железных дорогах можно перевозить кошек. Но есть нюансы. Во-первых, эти 4 кошки должны быть в 2 переносках. А если кошки довольно жирные, то запихнуть в стандартную переноску 2 кошки – это нетривиальная задача. Тем более, что... Ну и причем ты несешь их, допустим, в 4 переносках, но перед вагоном ты должен запихнуть их в 2 переноски. Вот. Вот какая беда. Ну, потому что, иначе нельзя. Иначе, чтобы, если у тебя 4 переноски, у тебя должно быть 4 пассажира для 4 переносок. А камера, просто у меня освещение настроено на прошлую камеру. Сейчас я изменю. Вот, и вот мы с мамой, значит, заходим в 3 часа ночи в купейный вагон. С 4 кошками, которые напичканы котом Баюном, и только поэтому немножко себя сдерживают, слегка. Вот. Сейчас мы поправим, все вам поправим. А там спит человек. И вот просыпается человек, который купил билет в купе. Он даже не знает, что это купе с возможностью провоза животных. Ну, потому что там, в общем-то... Это, конечно, все написано, но... Ну, кто на это обращает внимание? Просыпается, значит, этот человек. В 3 часа ночи. Там моя мама вся офигевшая от этих переездов. Ну, ей уже почти 72 года, и, в общем, она в очень расстроенных чувствах. Я такой веселый, улыбающийся, полуночный. 4 жирные взбесившиеся кошки. В общем, он был очень недоволен. И начал немножко скандалить. Ну, типа, я покупал билет, чего вы сюда, ну, кого вы сюда подселяете?
Зачем это все? Зачем на свет меня мама родила? Так. А чё вообще мерцает все как-то? Как-то мерцает все. А, сарказм. Сарказм. Я все учитываю. Море, сарказм, всех. Сейчас я просто расскажу историю, заодно настраивая вебку. Не, это вообще мамины кошки, они не имеют отношения к моим кошкам. То есть у нас отдельный кота трафик, да. Спасибо большое. Спасибо. Я еще не поужинал, поэтому вот чудесные пельмешки. Со всем причитающимся. Да, у мамы отдельная история. У нее вообще было три кошки, но там на улице кот проходил, улыбнулся ей загадочно. Мама рассказала, это была как история про трех мушкетеров, что вот, мол, котенок сидит в углу, один, завернутый в плащ с кровавым подбоем, со шпагой, а против него три пса кардинала Ришелье надвигаются на него, и мама не могла пройти мимо и спасла этого котенка-мушкетера, который потом оказался совершенно гадким, омерзительным котом, который прыгает по шторам, с хохотом вот так вот сыт на всю комнату. Ну, тоже отдельная история. Ну а уже взяла, уже девать его некуда. И он стал четвертым в этой компании. То есть три жирных кастрированных кошки и молодой мушкетер, не кастрированный, который, естественно, когда чуть подрос, решил, что это его гарем. И начал их охаживать к их невероятному изумлению. И мы, в общем-то, вот со всем этим безумным зверинцем поехали в мамин родной город, в Татарстан. Ехали мы на поезде, ехали. Этот чувак, в общем, был очень мрачный, лежал, не разговаривал с нами и в итоге вышел. Вот. Но к нам подселили еще одну пассажирку, и у нее оказалась аллергия на кошек. То есть она просто заходит такая, начинает безумно чесаться, чихать, у нее глаза лезут. Она говорит: «Боже, боже, что со мной, что со мной?» А потом кошки это слышат, ее чихание, начинают мяукать. И она такая: «Что? Кто мяукает? Где? Мы же в поезде!» Я говорю: «Ну мы это, как бы вот везем кошек». Она: «Что кошек?» Да, я говорю: «Четырех кошек». «Как? Как? Почему я купила билет?» У нее тоже изумление. Ну, то есть человек с аллергией на кошек попадает к четырем кошкам. Ну и, собственно, проводницы, вот доброй души простые русские женщины, ну, правда, хорошие проводницы всегда попадались. Вообще проводницы часто бывают хорошие. Вот. И они ее переселили в другое купе, благодаря этому мы более-менее нормально доехали. Я тоже очень рад вас всех видеть, ребята. Вот. Я понял, беда, беда поездов, беда русских поездов, ребята, я понял, очень, очень страшно. Туалеты более-менее нормальные, ходят по расписанию, ну то есть так, все бы хорошо, но есть проблемы, проблемы две, ну может быть даже не две, а три. Первая проблема обусловлена самим характером путешествия. То есть у людей большой стресс, они типа в незнакомых условиях едут. То есть, ну, вокруг все перемещается, какие-то картинки за окнами, безумие, страх, ужас. А как заслониться от этого хтонического экзистенциального ужаса? Только с жратвой. Вот, то есть они все время едят без остановок. И мне, как человеку на интуитивном питании, конечно, было это очень странно видеть. А потом я один уже обратно ехал, лежал на полке, устал после этого переезда, и меня все время доставали соседи снизу, потому что они ели нон-стопом. Вот просто один доширак сменял другой. Вареные яйца стукались друг об друга с роскошным треском.
курицы-гриль мелькали в воздухе, и они все время норовили мне еду на вторую полку навалить, простые добрые русские люди. То есть, слышь, браток, ты там не умер, а я просто лежу, мне хорошо, мне не надо таскать мебель, не надо таскать книги, не надо заботиться о кошках, не надо уговаривать маму, я отдыхаю. А в мне они пытаются запихнуть хотя бы доширак на вторую полку, чтобы я выжил хоть как. Вот. И, значит, вторая беда – это алкоголь. Потому что люди вечером начинают выпивать. Типа, алкоголь на вокзалах не продается, но остановка 40 минут. Мы выходим из вокзала, перед вокзалом покупаем пиво или водку, проносим спокойно в пакетах и начинаем бухать. Начинаем бухать, начинаем делиться широтой своей души с окружающими. Проводники нас успокоить не могут, ничего нас успокоить не может. Вот. И плацкарты — это еще ничего. В плацкарте все у всех на виду, там более-менее люди прилично себя ведут. Вот в купе начинается, то есть там до поросячьего визга и так далее. В общем, если с постоянной едой можно смириться, но пьянство делает эти путешествия какими-то поездными, не очень приятными. Что были нормальные люди, напились, начинают тебе приставать. Давай там выпей с нами, а что ты, откуда, как бы. Вот, такие дела. Я решал StarCraft, ну, свои накопившиеся домашние вопросы. Вот, у меня очень много вопросов накопилось за это время. Я маму перевозил в ее родной город, ее потянуло в ее родные места. Она вот хочет там жить свои дни уже. Свои дни жить в родном городе. Вот. А маму перевозить — это значит перевести триллион триллионов томов книг. То есть это вот ты таскаешь все сочинения Карла Маркса и Фридриха Энгельса, полное собрание Владимира Ильича Ленина, и все попытки сказать: мама, ну это, ну ты же не будешь это читать. Ну ты будешь, сынок? Мам, я точно не буду читать. Ну как же, сынок, ну Ленин же, ну Маркс, ну. Ну ладно, мам, я пошел. И так насчет всех книг, то есть вот книги и кошки — главное богатство мамы. Да, да. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Вот где-то 1,5 тонны, да. Лёва будет стримить. Третий том собрания сочинений Ленина. Ты серьезно? Серьезно, Бушака? Ну, я в свое время, кстати, тоже читал. Там у него есть интересные работы. Вот. Развитие капитализма в России, по-моему. Еще что-то. Ну, а самые клевые, конечно, это всякие цитатки. Типа, требую немедленно расстрелять 300 священников и наиболее зажиточных буржуа. Немедленно, товарищи. Вот. Да, цитаты там огненные. Огненные у Владимира Ильича. Сам Лев Давидович Троцкий, обладавший достаточно твердым характером, иногда изумлялся такое. Типа, царскую семью расстреляли. Свердлов подходит к Троцкому, говорит: царскую семью расстреляли. Он такой: что, всех, что ли? Владимир Ильич считал, что нельзя оставлять нашим врагам живого знамени в таких условиях. Ну ладно, хорошо. Всех так всех. Ну, хорошо, я пошел дальше жидомасонские заговоры делать. Террор тотальный, всеочищающий. Да. Привет, Энвей. Привет, спасибо. Спасибо. Там в чатиках требуют смайл Зеленского. Я вот... Там же Зеленский, да, победил на выборах.
И знаю, ребят, если кто-то нарисует хороший смайл, можете мне в скайп кидануть, я попрошу дроу добавить. Вот. А как бы сам я Зеленского вряд ли отрисую. Вряд ли. Давно я не брал в руки векторную графику. Так, 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 так. А у нас в квартире газ. А у вас? А из нашего окна площадь красная видна. Мы в оптическом прицеле даже брови разглядели. В общем, как-то был месяц путешествий по России, матушке, туда-сюда. У меня напитался впечатлений, то последний год синим сидел, так сказать, наелся. Ради меня клип делал. Ты посмотрел Джуса? Нет, я не видел. Ну давайте посмотрим. Стримлю эти ваши... Не понимаю, на кой хуй я стримлю эти ваши игры? Кому нужны игры в 2019, на секундочку, году? Нужно ходить по рыгаловкам, по всяким мероприятиям и стримить это. Вот это контент будущего. Адольф был прав. Ребята, мы все ругали Адольфа. Мы все говорили, что он был неправ. А Адольф был правее нас всех. Понятно вам? Мне не стыдно об этом говорить. За ИРЛ стримами будущее. Адольф был прав. Я, конечно, сейчас не про того Адольфа, которого вы подумали. Есть такой стрим. Стримлю эти ваши... Не понимаю. А вот за это Джус могут... В 2019 году могут, однако, и привлечь. Ты поосторожней. Когда ты говоришь, что Адольф правее нас всех, правее, да, ты понимаешь, о чем? А потом говоришь, что этот, который правее, был прав. Ой-ой-ой. Я бы осторожней был. Так, хорошо, ладно, ладно. Адольф был прав. За это на Твиче отлетает только в путь. Да? Да. Соглашусь. Соглашусь. Привет, Бибка. Да, вот решил. Решил, пора возвращаться в молодость. Где мои 16 лет? На большом каретном. Где мой черный пистолет? На большом каретном. Так, 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 так. Так, 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 так. Сарказм добавляем. Где меня сегодня нет? Да. Уф, 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 уф. Ой, ГГ, привет, Шешин, спасибо за переподписку. Сорян, я у меня глаз косит. И US2H. Шешин подписался на премиум. US2H подписался на премиум. Спасибо, ребята. Спасибо. Я это... Лазер, тут еще Финя. Ребят, сорян, у меня глаз алмаз, но я отвык за этот месяц смотреть сразу в оба чата. Сейчас снова надо привыкать. Если я видео хотел на стриме показать, от него был только звук. Странно, странно, Бушвакер. Вроде я запускал, видео было. Что вообще происходит? Чуть-чуть не постримишь, вроде не трогал никакие настройки. То есть вы видео... А вы сейчас на экране видите Google документ или нет? Или не видите? А-ха-ха-ха-ха! Да, конечно, я понял, в чем дело. Я понял, в чем дело, ребят. Вы не поверите, но я понял. Я мониторы поменял местами. Понимаете, в чем дело? Монитор я поменял местами. Сейчас. Вот он, вот он, вот, вот. Все.
Так, все, все, теперь все хорошо. Не-не-не, Бибка, я ж на этом, на интуитивном питании. А вот, поэтому никакого сыроедения, сыроядения. Я вон пельмешки ем. Буду сейчас есть. Вот сейчас вот включу видео от ребят, выключу вебку и наверну пельмешек. Кем я хочу стать? Космонавтом. Хесуса, Гексогена, Вику Картера, Аляшу, господи, Бушвакер. Опомнись. Опомнись. Ну, будешь разбираться зато, пойди плохо. Эпоха реалстримов таки настала. Но она не такая, какой грезилась, да, Бушвакер? Не такая. Да. Иногда пророчишь будущее, зовешь его, а потом хватаешься за голову. Так, погодите, ну вы сейчас на экране видите все, да? Видите. Так, ребят, давайте, короче, послушаем музыку от ребят, а я пока поем без вебки. Эй, Алмикро! А мы видели новый клип Hey, Adolf. Рамштайн? Новый клип Рамштайн Радио. Так, наверное, иностранные шпионы должны говорить в представлении советских спецслужб примерно с таким акцентом. Ну, мы его видели уже много раз, или это еще более новый клип? А, Море уже заказал новый клип Рамштайн. Ладно. Все, давайте, ем пельмени и смотрим вместе, что нам прислал Ксен Рир. Поехали.
О, прикольно, Xenrir. Так можно самому, да, сыграть? Вот, и записать. Интересно. А «Игру престолов» что-то давно мы перестали смотреть и не хочется. Все-таки я боюсь, что старина Мартин не то задумывал. Хотя, с другой стороны, может, у них тоже интересно получилось, как знать. Ну, может, когда-нибудь посмотрим. Мы сами вместе просто смотрели. Но от сезона 2-3 назад отвалились и все, перестали что-то смотреть. Найди меня на фотке с финала. Ну вот, я подозреваю, да? Наверное. Хотя, может быть, ты притворяешься, Айнафи, ты вот эта вот обворожительная индианка, хохочущая во всю белозубую улыбку. Но, наверное, все-таки вот ты притаился. Так, море. Ура, Адольви вернулся. Ура! Ура, море! Hier ist Berlin, König Wusterhausen Привет, und der Андрей Deutsche Бове, спасибо. Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Твич сейчас забанят, а за что забанят? Там разве говорят, что Адоль был прав или что? Ну, давайте отключим Твич на этот клип хотя бы. А, там есть женская грудь, да? На секунду. Ребята с Твича! Кто никогда не видел женской груди и хочет наконец-то посмотреть, а на Твиче это, в общем-то, не мудрено никогда ее не видеть, переходите на Пека 2 ТВ, мы смотрим на женские груди каждый день, совершенно бесплатно. Заходите, мы сейчас, ну, если вы не хотите смотреть, можете подождать, отвечу, включу через несколько минут. Так, Твич мы выключаем пока.